Второй этап весеннего кубка битвы корпорации у нас запланировано был бадминтоном, поэтому в спорткомплексе «Политехник» 24 марта мы встретились, 24 команды, 24 марта у нас встретились на тайп по бадминтону. Мы играли в женском разряде, в мужском разряде, в разряде микс в парном. И играли по принципу Кубка Дэвиса, то есть это были командные больше соревнования. Соответственно, если у вас в команде слабо выступает один из партнеров, да, то, конечно же, дальше пройти было намного сложнее, поэтому слаженность должна была быть как в мужском, так и в женском, так и в разряде микс. Мы тренируемся вообще как раз перед этапом битвы корпорации. Как только мы узнаем, что следующий этап бадминтон, мы сразу начинаем. Очень активно. Последний раз я играл в прошлом году. Я обычно начинаю за неделю. Проводили несколько тренировок. Вчера 2 часа. Да, да. Вот мы как раз вчера прямо перед турниром провели с нагрузочкой тренировку. Да, дало результат. Это и, да, дало результат. С каждым годом, наверное, во всех видах спорта, хочется констатировать, что уровень спортсменов, уровень команд, уровень подготовки становится намного выше. Все, видимо, из-за того, что после каждого этапа команда находит свои ошибки, тренируется, больше уделяют внимание каким-то видам спорта. Поэтому бадминтон уже не кажется какой-то редкостью или игрой на пляже, кажется уже действительно серьезным видом спорта. Очень интересные игры были, полуфинал очень интересный был. Сложный. Вот сложный. В финале тоже ребята молодцы, показали хорошую игру. Все игры были достойные. Ну, в группе достаточно легко. Четвертьфинал, кстати, тоже достаточно легко прошли. В полуфинале уже сложно, потому что на той стороне, там, не знаю, мастера, наверное, или что-то да. В этом роде, да. На самом деле это лишь из названия и восприятия людей, которые мало играли в бадминтон, кажется, что это не динамичный и неподвижный вид спорта. На самом деле очень интенсивные игры, очень трудозатратные и физически затратные, поэтому динамики в бадминтоне точно не занимать. Пожалуй, это два вида спорта, где IT-компании заняли там какие-то топовые места. Конечно, в финале было бы, хотелось бы сразиться с нашими коллегами из IT-компаний, но... Все впереди? Да. Где вы планируете? Отсутствие бадминтонного корта на работе как бы не повлияло на наши результаты. Да.
До конца битвы корпорации остается 3 этапа. Из них 2 мы проведем в мае. Это будет стрельба из лука и легкая атлетика. И в начале июня, в первых числах, мы уже будем заканчивать битву корпорации. Финальным этапом это будет пляжный волейбол.